Акция. Прошу вас. Прошу. Еще немножко. Акция. Первая шида. Молодец. Ирина. Шида, шида. Стоп. Матея. Так. Михаил. Ставь сюда. Жасмин. Сюда. Сюда. И Андрея сюда. Андрея сюда. Андрея сюда. Боец. Вика там, а напротив становится, кто у нас? Третий боец. Ставь напротив. Эй, Артём! Встань. Что-то я не вижу радости. Туда, туда, туда. Там, Артём, там, 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 Артёмчик, там. Вы с Викой боролись, встаньте там. Встаньте здесь. Вон палку возьми. Юрчик, вот палочка, вот это легче. Значит так, Жасмин, сколько ты выиграла? Три встречи. Счет был 14-2. Мы забираем у них, три встречи отдаем это. Получается 11-5. То есть вы победили, вот мы вашей команде даем. Подравнялись. Значит так, вы, смотрите. Вадим, боролся, да? Смотри, вот иди сюда, Люба. Посмотри, посмотри на него, посмотри, ты видишь? И он слова не сказал. А ты ходишь, как нюня распускаешь. Крестьян боролся, ничего не сказал. Что болит сильно? Где? Здесь? Сними кимоно. Так. Что у тебя, Сережа, выходит? Что вы? Что с вами? Мужики или нет? Ларси, не мешки, синяк, значит, все. Кто вечером видел? Посмотри, он маленький, тот меньше, ты самый здоровый, ты ходишь и ходишь, плачешь. Я? А кто? Я. Что несправедливо? А, я думаю, что все на меня уже выталкивают. Правильно. Я тоже могу сейчас выпрыгнуть, на ноги схватить и назад подтянуть. Ну, возьми и выполни. Я что, тебе не разрешаю, что ли? А за ноги нельзя брать. А за будку? Ну, ноги. Кто тебе запрещает? Я знал. О, начинается, если бы ты знал, если бы ты не знал. Сюда ближе, сюда ближе, сюда, сюда ближе, сюда. А знаешь почему? Потому что есть брат, который все время с ней тренируется, который все время учится. И она вот выступала на соревнованиях. Ты в каком классе? В шестом. Она выступала уже на соревнованиях. А ты в каком? В шестом. Значит, надо брать с нее пример. Да. Значит, смотри, одень тапочки. Туда, туда, туда. Там есть то ли с этой стороны женский, с этой мужской. Пусть просто полный пару проверяет. Посмотри на пацана. Я когда приезжал в соревнования и заходил домой после соревнований, мама сразу смотрела, как у меня лицо. Если лицо чистое, значит я никто. И проиграл, значит у меня попа болит. А когда морковь вся побитая, значит у меня есть медаль. У меня есть первое, второе, третье место. Потому что когда тебе бросать, ты ставишь рожу, мордочку свою, чтобы не упасть. А тебя толкнули один раз, и ты что-то расстроился. Поклонились. Ну и что, что болит? Туда, а ты как хотел? Сели туда. Девочки, встали. Как она стоит, все нормально. Где ходит? Все, видишь, она отошла. Она устала. Остановись туда. Она устала. Да, она устала. Но она умница. Вот, посмотри, да? Шестой класс. Артем, посмотри, вот девочка шестой класс. Посмотри, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать. 12 классов. Так она весит, как моя бабушка. Еще раз. Еще раз. Еще раз. Они легкие. Еще раз. Они легкие, это девочка с девочками боролась. Да, дебильно. Ты должен быть мужиком, бороться, не получается думать, как выиграть. Да, сейчас мы ее вылечим. Ударим по ноге и голову ее. Итак, подравнялись. Молодец, Михаила, умница. А знаешь почему? Потому что она все время ходит.
Вот уже второй год или третий, она все время на тренировке ходит. А ты приходишь и на канате катаешься, вместо того, чтобы покачаться, мяч побросать, ноги укрепить, пресс, футбол поиграть. Ты что делаешь? Сидишь в телефоне и на канате катаешься. Сколько у меня еще? 10 минут могу говорить. Сейчас еще Вика вам будет делать еще 100 бросков. О! Я знаешь, кого люблю? Тех люблю, которые борются и ничего не говорят. И борются, и работают, и работают. Жасмин начала хорошо, а потом вдруг что-то раскисло. Что? Дай тяжело, и что? Ничего страшного. Зато сегодня будешь спать хорошо, без задних ног. Встань сюда. Аделина, на тебя не похоже. Ничего не было. Хорошо, что не было. Представляешь, если бы попа упала. Как больно была. Не знаю. А голова болит, потому что не настроилась. Пришла поиграть. Хи-хи-хи, ка-ка-ка-ка-ка-ка, хи-хи-хи. Для того, чтобы не болела голова, вот и поклонились. Пожалуйста, вот здесь построились. Вот здесь встали. Все встали. Команда Вика и Михаила туда. Туда, а вы с этой стороны. Дальше, встаньте. Так, я вас должен снять, чтобы все видели. Да, девочки, очень тяжело. Собака, почему же выключилась? Я офигею. Так. Вот здесь. Нет, ближе чуть-чуть. Встаньте ближе, ближе. В центр. Девочки, сюда подвиньтесь. Все правильно. Фух, я испугался. Думаю, что такое? Что такое? Он, Юрий Александрович, шел, нога уехала, упал. Вот такая нога, он пришел на работу. Он, видите, гели ходит? Все вызвали. Почему? Потому что спортсмен. Да, травмированные колено. Меня сбились. Везли на руках. Да. Хочется тренироваться. Палец. Вот этот палец был вот здесь. Да, боролся когда-то. Хотел взять захват. А он сюда раз и вот сюда ушел. Вот такая рука была. Вот такая. А я пришел на тренировку, потому что мне нравится бороться. Я думаю, как так сделать, чтобы у меня рук не было. Знаете, что я постарался сделать? Значит, я поставил здесь такую палочку, так ручку обмотал, и боролся, этот держал и боролся. Но мне уже не давали сильных, уже давали послабее. Мне нравится бороться. Ну и что? Артем, соберись. Один раз, второй раз соберешься, все будет хорошо. Так, ну Крис, да? Здравствуйте. Здравствуйте. Так, повернулись. Здравствуйте. Повернулись. Поклонились нам. Все. Так, значит сейчас, я думаю, команда получит свой приз и поделится со всеми. Да? Вадим, две. Еще одну. Хорошо, держи. 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 Все, девчонки, а это ваш. Все, стоп, Али, стоп. Алинея, треп. Еще раз, вешать кимоно здесь. Вот вешалки. Вы там все ставите не очень хорошо. У тебя все нормально? Значит, когда будешь выходить, немножечко помой лицо. И еще раз, вот тебе, да? Ты, Вика, еще раз, если сильно устаешь, то я не могу. Пойдем, подними, скажи, подойдите, пожалуйста. Я подойду. Ты мне говоришь, нет, то-то, то-то и то-то. Вот смотри, да? Вот Андрюха сказал. Я хочу кто-нибудь. Вот до сих пор он находится. Я тоже хочу. Все, Алинея, Грек. Молодцы, я посмотрел тебе, кто сегодня у нас будет пахать.
Артемчик чувствует, уже переходит на бок. О, да, 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 да. Хорошо. Все, Артемчик? Еще раз.